Нет, прошу внимания. Прошу внимания, официальная часть еще не окончена. У меня еще есть короткое сообщение. Ну, сядьте вы, пожалуйста. Ну, быстрее, можешь сесть? Сядь, деточка. Значит так, у нас, друзья, сегодня своеобразный юбилей. И мне просто душевно хочется всех вас поздравить. Как говорят ученые люди, количество перешло в качество. Общая сумма совершенных нами хищений уже достигла такой величины, которая предусмотрена уже иной, чем прежде, статьей Уголовного кодекса. А статья эта гласит «вплоть до высшей меры». Так что отныне мы с вами не просто расхитители, а особо опасные. Ну, согласитесь, это уже ко многому обязывает. А вот ты, козявочка, разъезжаешь на зимах, чтобы все пальцами на тебя указывали. Ты ведь не можешь, как все, не можешь на «Жигулях» кататься. А Гришенька с Мишенькой не вылезают из ресторанов. А ты строишь дачу с балконами. Евгений, ну что, один всего балкончик. Ко мне будут какие-нибудь претензии? Нет, нет. Только единственный у нас торжественный день, а вы не в духе. Все. Нет, черт возьми. Ну почему я должен знать, сколько вы до меня нахапали? Ну какое мое собачье дело, а? Я вот тоже... Ну, недавно это... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Типичная правовая неграмотность, а? Для состава преступления важен общий размер ущерба, нанесенного государству всей шайкой. Ясно? Шайка. Ух вы, мои дорогие. Так вот. Будем жить тихо. Тихо. Работаем еще год. Потом в разные стороны. Но пока что никакого шороха купюр. А если кому не нравится, то я советую стать лицом к стенке. Подальше. От всего белого света, к стенке, лицом, стоять дольше. И нюхать кирпич. Я прошу не забывать, что на всех нас сейчас дует ветерком из могилы. Давайте не простужаться. Вот. Ну, а теперь прошу
стол уже накрыт. Пошли, ребята.